Собственное помещение, больше гастролей и творческое развитие. Сегодня министр культуры региона представил артистам ансамбля «Челдоны» нового руководителя. Что ждет самобытный коллектив с четвертьвековой историей в обозримом будущем, выяснял Александр Могилин. Сегодня назначен новый руководитель. Виталий Юрьевич Юмашев. Нового директора ансамбля «Челдоны» назначает учредитель региональное министерство культуры. Виталий Юрьевич имеет большой опыт работы в Министерстве культуры, как раз в отделе, занимающемся профессиональным искусством. Как раз Виталий Юрьевич курировал направление театрального и концертного исполнительства. Новый директор хорошо знает коллектив. Планирует первым делом развивать гастрольную деятельность и расширять репертуар. Кроме того, ближайшая задача – собственная сценическая площадка. Ансамбль работает на иных площадках. Это и в городе Новосибирске, и в Новосибирской области, и за пределами Новосибирской области. На перспективу одна из задач, естественно, чтобы была возможность получена ансамблю «Челдоны» иметь собственную концертную площадку. Артисты смотрят в будущее с оптимизмом. Они устали от частых перестановок в руководстве и хотят стабильности. Там, мне кажется, хорошо будет все. Вот, в принципе, уже так заочно были знакомы с ним. Вот, к нам на концерты ездили периодически даже. Мне кажется, нормально. Впереди у ансамбля осенние программы и выездные концерты в районах области. Александр Могилин, Алексей Погудин, новости ОТС.